ты будешь делать, если тебе изменит муж? Изменю ему 2 раза. А если еще раз изменит? Изменю ему 4 раза. А если еще раз? Я его брошу. Зачем мне муж, который делает из меня проститутку? Да понятно, и господи, дело. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я не знаю, почему так совпало, да, вот, короче, я, как я обычно работаю, то есть накачиваю из ТикТока себе там, или там с Ютуба, неважно, с каких-то источников себе материала, как бы, ну, вот этих вот чаечек, да, и начинаю там 10-15 роликов подряд записывать, чтобы на несколько дней мне там хватало, да. И вот так вот как-то совпало, что я сейчас вот беру 4-й ролик, ребята, подряд, о том, когда женщина делает мужчину виноватым во всех смертных грехах, да, она изменила, он виноват. А, там, я не знаю, там не ссорились, вот до этого был ролик, не ссорились, не ругались, как бы она почувствовала, что он мало ей энергии дает, да, виноват, расстались, как бы. И вот уже 4-й такой подряд, как бы, да. Никогда женщина не признает себя виноватой. Частично виноватой вполне возможно. Вполне вот. Ну да, как бы я тоже в этом виновата, как бы, но все-таки он гнида, да, ну согласитесь, да. Вот так вот, да. Изменил. Понятное дело, он изменил, он не прав, хорошо. То есть ты пошла, изменила, как бы виноват он. Ты понимаешь, что если ты изменила в ответ, ты такая же становишься, ты такая же изменница и предательница. Нет такого понятия измена в ответ. Нету такого. Есть просто измена, по факту. Если ты изменила, значит ты любишь блядовать. Он любит блядовать, я извиняюсь, да, как бы вы друг друга стоите. Вот как-то так.